Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу произвести дегустацию купленных в магазине красномясового апельсина, мандарина, якобы, как написано в магазине. Ну, я считаю, если честно, что это либо тангор, либо танжерин, либо что-то из этих мутаций. Но мне очень сильно напоминает это тангор по всем таким признакам. И лаймкват. Не знаю, что это за сорт лаймквата, но вот попался ко мне такой плодик. Тоже хочу его продегустировать. Так, начнем с лаймквата. Вот такой некрупный плод, но по сравнению с кумкватом, конечно же, крупный. Наверное, по размеру как индио. Вот такой он в разрезе. Несколько косточек. Очень сочный. Но по аромату довольно-таки сдержанный, умеренный аромат. Шкурка имеет тонкий, какой-то слабо различимый цветочный аромат. А основной аромат — это аромат лимона. Обычнейшего банального лимона. Ну и по запаху вот очень такой отдаленный, тонкий, слабый аромат лимона. По вкусу попробую, чуть попозже расскажу во второй части видео. Теперь красномясо и апельсин. Буквально несколько лет назад они были недоступны в продаже, их не было. Ну вот уже буквально 2-3 года спокойно их можно купить по достаточно приемлемым ценам. Вот такие красномясо и апельсины. Тоже всегда имеют несколько косточек. Очень яркий, цветочный, ягодный именно аромат есть у красномясого апельсина. И как на ценнике мандарин, а мое убеждение, что это, скорее всего, тангор, возможно, танжерин. Всегда он идет с косточками. Аромат абсолютно апельсиновый. Ну, вот конкретно просто апельсиновый такой апельсин. Слабый, может быть, какой-то мандариновый оттенок где-то вдали можно услышать. Мандариновая форма, но по запаху абсолютно апельсин. В прошлом году я брала тоже такие фрукты, и они были значительно крупнее. Может быть, еще поступят более крупные. Вот. И я как бы, мне интересно было именно из-за их вот этой крупности попробовать, что же это такое. Тоже были подписаны как мандарин, но вот абсолютно вот такая же штука была. Вот. Ну, сейчас скажу по вкусу. Ну вот, что могу сказать по вкусу. Лаймкват. Ну, абсолютно никакой. Водянистый, достаточно слабый, и не кислый, и не сладкий. Не сказать, что какой-то ароматный. То есть, такое ощущение, что какой-то цитрусовый, очень сильно разбавленный с водой, достаточно безвкусный. Ну, я никогда не брала, поэтому не выращивала лаймкват и не собираюсь. И слава богу, эта возможность попробовать плод мне дала окончательную убежденность в том, что выращивать лаймкват я не буду. Я не буду тратить на них ни место, ни деньги, ни время, ни горшок цветочный. Апельсин красномясый, кровавый апельсин. Не знаю, что это за сорт, какая принадлежность сорта. Ну, очевидно, что это красномясый апельсин. Не разочаровал в очередной раз. Очень вкусный, очень сильный ягодный аромат. То есть он забивает, затеняет даже вкус апельсина. Очень приятный вкус, очень насыщенный. В общем, по мне так достойный вполне себе фрукт. И уже
несколько лет как доступный всем. То есть, если раньше можно было только мечтать о красномясах и хмеле, только те, кто их выращивал, то сейчас их может купить каждый человек. И вот этот вот так называемый по ценнику мандарин, но я убеждена, что это не мандарин, как я еще раз повторюсь, что это либо тангор, либо танжерин, скорее всего, тангор. Вот. Вкус очень вкусного, очень сочного, хорошего такого апельсина. Где-то, может быть, вдалеке есть вкус мандарина, но очень далеко и скорее по домыслию я его добавляю, потому что и консистенция мякоти, и вкус, и аромат абсолютнейший апельсиновый. Вот, поэтому, ну, этот я и не покупала плодик, как бы, ну, его я не покупать, не выращивать не собираюсь. А вот красномясо и апельсин, и вот этот вот так называемый мандарин, ну, на самом деле не мандарин, довольно-таки доступные и достойные варианты. Вот этот достойный вариант сейчас вместо апельсинов, потому что апельсины сейчас идут во многом суховатые, а вот этот вот тангор или танжерин очень даже сочненький в данное время сезона, то есть начало мая. Поэтому такая дегустация. Приятного всем аппетита, если вы это попробуете. До скорых встреч!